Всем привет, ребят! Расскажу вам, как я делаю визуализацию, если сомневаюсь, что дорисовать в заливке. Итак, захожу в свой любимый PixArt, выбираю фотографию своей заливки, вставляю ее, вот, пустая, и я еще не знаю, что я хочу. До этого я скопировала несколько фотографий, которые мне понравились, с прорисовками лица. Вот у меня Фрида, и еще одно лицо я сняла, просто потому что мне понравилось. Смотрите, что мы делаем. Растягиваем до нужного размера и нажимаем «Смешать». Вот, два кружочка такие. И выбираем ту часть, которая нужна. Я себе стираю, естественно, цветы со лба, с верхней части головы Фриды, убираю, нижнюю часть убираю, чтобы мне не мешала вот эта картинка, и подтягиваю, как мне нужно, под мою заливку. И смотрю. Та-дам! Ну, круто же! Получилось вообще! И не нужно рисовать, пробовать, портить заливку, шлифовать. Сохраняю. И тут еще один лайфхак для вас. Вы, кстати, можете таким способом еще одну какую-нибудь картинку попробовать, ну, на примере, просто для визуализации, понравится ли вам второй вариант, там, или третий, десятый. Теперь, если у вас заливка прозрачная, ну, я уже нарисовала, но вы можете распечатать или открыть на большом экране, или там на планшете, или даже на телевизоре, приложить вашу заливку к экрану и прорисовать по ней сверху. Все, все гениальное просто. Пользуйтесь. Всем отличного настроения и вдохновения.